Для того, чтобы начать день хорошо, нужно хорошо позавтракать. Предлагаю вспомнить, как готовить гренки с молоком и яйцом. Этот быстрый и легкий рецепт идеально подходит и для перекуса. Гренки с молоком и яйцом еще называют французскими тостами, а подать их можно с вареньем, свежими фруктами, кленовым сиропом, медом, сливками или нутеллой, а можно подать и сыром, ветчиной или беконом. В конце видео я покажу ингредиенты для готовки. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Обещанный список ингредиентов. Хлеб для тостов, 6 ломтиков. Яйца, 2 штуки. Молоко, 100 мл. Масло сливочное, 35 грамм. Корица молотая, 1 щепотка. Соль, 1 щепотка. Количество порций, 4-6. Не пропустите самые вкусные, подпишитесь, выразите свое мнение в комментариях. Буду скучать без вас.